В результате длительных переговоров состоялся обмен бывшего американского морпеха Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Оба отбывали длительные сроки. Рид в мордовской колонии, Ярошенко в американской тюрьме Форт Дикс. Обмен состоялся в Турции. Как отмечают наблюдатели, в условиях напряженных отношений между Россией и США подобное событие выделяется особо. Трудно сказать, как именно все это будет развиваться дальше. Но одно делает это действительно необычным – дипломатический контекст вокруг всего этого. Отношения между Соединенными Штатами и Россией находятся на самом низком уровне за последние десятилетия из-за войны России с Украиной. Между двумя мировыми державами существует явный антагонизм. Поэтому тот факт, что они смогли заключить какое-либо соглашение или достичь договоренности, довольно поразительно и примечательно. В 2020 году Рид был приговорен в России к 9 годам тюрьмы за применение силы к сотрудникам полиции. Ярошенко был арестован в 2010 в Либерии и депортирован в США по обвинению в контрабанде наркотиками. Осенью 2011 года россиянин был приговорен к 20 годам лишения свободы.